Памятник в центре площади де ла Скала изображает великого художника и ученого Леонардо да Винчи. Мраморная скульптура Леонардо стоит на высоком постаменте, который украшен барельефами со сценами из жизни гения. Постамент окружают фигуры четырех его учеников. Леонардо связывает с Миланом работа при дворе герцога Лодовико Моро в конце 15 века. Леонардо да Винчи модернизировал систему городских фортификаций, разработал проекты современного вооружения и писал картины по заказу герцога. Например, знаменитую фреску «Тайная вечеря» или не менее известную «Даму с горностаем» – портрет любовницы Моро. Поговаривают, что и сам художник установил с ней весьма доверительные отношения.